Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Всем привет! Надеюсь, все посмотрели второй выпуск истории PC Engine. Надеюсь, вам понравилось. Впереди третья часть. Она будет самая увесистая. Не знаю, может быть, даже и по хронометражу самая увесистая из трех. Но как минимум по количеству устройств 100%. 100%. Что мы будем сегодня делать? Мы будем играть в игры по мотивам второй части истории PC Engine на моем канале. Я предлагаю сегодня разбить стрим на три части. В первой мы поиграем в PC Engine по вашему выбору. Во второй в Бомбермена по вашему выбору. И в третьей постараемся успеть посмотреть все 5 игр для Super Graphics, которые выходили для этой консоли. Сейчас мы будем голосовать. Пока я напомню вам, что мы собираем на камеру, на новую. На самом деле так вышло, что я ее уже купил. Я залез в деньги, отложенные на раздачу долгов, и купил камеру, потому что эти камеры стали очень быстро пропадать в стране, и новые особо не привозят. А когда привезут, они будут стоить еще дороже. Поэтому, если есть желание помочь каналу в улучшении картинки, в вылезании меня из долгов, то я буду вам очень благодарен. На самом деле камера у меня обошлась дороже, чем выставленная сумма. Ну, в общем, любой помощи буду рад, если у вас есть такая возможность. Итак, первой игрой сегодня будет один из PC Engine. Я особо не хочу влиять на голосование, но скажу так, лично по моим ощущениям, первая прикольная как первая и вообще в целом как игра. Третья прикольная, как максимальное развитие механик и возможностей главного героя. Вторая, на мой взгляд, представляет меньший интерес, если выбирать из трех. Хотя игра тоже хорошая. А голосовать будете вы и выбирать конкретную игру. Сейчас я найду, где у меня тут голосование. Сейчас я напишу название игр. PC Engine. PC Engine 2. И PC Engine 3. Очень легко проголосовать. У нас на голосование будет 3 минуты. Это 180 секунд.
вот с этого момента пишем в чат один раз, чтобы не спамить цифру. Один, соответственно, первая часть, вторая часть, цифра 2, вторая часть, и цифра 3, третья часть. Просто пишем одну цифру в чат, и вы поучаствовали в голосовании. Реально нет смысла писать по несколько раз, память программы не зачтет другие ваши голоса. Играл в Bonk Adventure на NES. Игра очень похожа, версия SPC Engine, но более 8-бит. Да, да, есть еще продолжение этой серии для Super Nintendo. Она не сразу умерла вместе с PC Engine, еще жила какое-то время. Потом был анонс перезапуска. По-моему, игра так и не вышла для Wii. Вот, если у вас какие-то сегодня будут вопросы, уточнения по поводу выпуска, рад буду с вами обсудить и услышать, в принципе, какой-то фидбэк. Почитать всегда приятно и знать, ради чего все это делается и ради кого, и что не зря оно делается. Какую часть мы играли на ГБХе, как она называлась? Это был Airzong, он же PC Dungeon. Это был спин-офф как раз-таки скролл-шутерный. Первая часть скролл-шутера, там их две. Там просто первая буква меняется название, и вместо Genjin — Dungeon. И там, кстати, первая часть, на мой взгляд, гораздо лучше второй, которая вышла на CD-ROM. Коля, так что за телек купил? Скажи хоть название, коли видео платное. Да, на Boosty и Patreon вышло видео, которое не выйдет в общем доступе, про новый телек для ретро-игр. Я не скажу вам его название, пожалуйста, не обижайтесь. Главная причина, почему ролик вышел только для спонсоров, помимо той, что мне лень было делать полноценный и крутой ролик, а просто хотелось записать ленивый, но полезный ролик для тех, кто в теме, потому что обвиняют блогеров в том, что они снимают ролики про качественные телеки для ретро-игр, а потом эти телеки и мониторы начинают стоить в 2-3 раза дороже, и цены реально поднимаются до каких-то бешеных цифр. Сейчас PVM и найти по нормальной цене нереально. Я не хочу, чтобы так же было с этими телевизорами. Тем более, что если одновременно куча людей придет, например, на Авито скупать телевизор одной и той же модели, он резко подрастет в цене, и эта цена так и останется высокой. Основная причина, я думаю, именно в этом. Именно в том, что одновременно после какого-то популярного ролика куча людей отправляется скупать одно и то же. Что думаешь про Яндекс, который продал Дзен и новости, а купил Delivery Club? Теперь стартовая страница Яндекса просто пустота, одна строка поиска. Ничего не думаю об этом. Вот мне вообще, честно говоря, все равно. Третья часть Extra Life уже на монтаже? Нет, еще нет. Я взял небольшой перерыв. Занялся всякими разными делами, в том числе с большим сложным роликом для лайв-канала про консоль Playdate, который я буду снимать завтра. Сценарий у меня готов. Я очень долго занимался этой штукой, потому что, ну, про новое устройство, совершенно новое, всегда тяжело снимать ролик в том плане, что много работы нужно проделать. И игры, и само устройство, и как оно появилось, и сколько стоит, и как купить. У меня там 6 страниц сценария получилось для лайв-канала. Это, блин, это очень много. И после него я сразу сажусь монтировать третью часть. Ну, тем более, чтобы с ума не сойти, потому что постоянно работать над одной и той же темой — это безумие. Так, у нас закончилось голосование? Да. Да, следующий ролик на лайв-канале будет снят на новую камеру. Будешь исправляться в следующей части Extra Life. Касаемо инфы про разработку Bomberman 90, я писал тебе еще в комментах о том, что ты сказал дезинформацию. Я тебе уже ответил на стриме, ты же уже приходил ко мне на стрим. А, нет,
четкого подтверждения ни того, что это дезинформация, ни того, что это правда. Еще раз, я руководствовался книгой. Сейчас она у меня не на столе. Сейчас она у меня далеко лежит. Книгой, которая называется PC Engine Anthology. И там конкретно про эту игру есть сноска с этой информацией. Как и любая информация, попадающая в ролики, она может быть дезинформацией, ошибкой, может ей не быть. Но уделять часть ролика рассказам про то, что это может быть дезинформация, а может быть и нет, я не вижу смысла. Это только испортит сам ролик. Вполне такое возможно, я это не исключаю, но и не исключаю то, что так есть, как я сказал, потому что всегда есть источники, которым ты доверяешь, когда пишешь сценарий. И если ты уже принял решение это добавить, то оно остается. Так. Значит, вы проголосовали за третью часть. Голосование мы убираем. Перезагружаем консоль. Сегодня играем во все с консоли Super Graphics для удобства. С подсоединенным флеш-картриджем Terra Onion. Так, нас интересует HueCard, буква P, PC Engine 3. Это Sounds. Это сам ROM игры. Итак, третья часть. Та самая, в которой персонаж научился становиться огромным и очень маленьким. Так, выбираем обычное прохождение. Привет, привет всем. Так, это, кстати, босс с первой части. Он здесь уже грустненький. В той анимации, когда в первой части ты ему уже навалял люлей. А почему конфетка там продолжает висеть? Странно. Привет, ребята, привет. Спасибо, что пришли. Так, это значит няшная версия Супербонка. С накрашенными ресницами. Эй. Мясо. Мясо, блин, пропало мясо. Так. Вот этого можно начеканивать. Это. Можно ли наверх? Это вы кладете себе в карман. Ой. Коля. Спасибо. А ты случайно перед покупкой телевизора не общался с Олегом Керманом? Дело в том, что он только вчера выпустил получасовой ролик с обзором огромного ELK-телевизора для ретро-игр. Так что телевизоры по-любому исчезнут. Потом взгляни, твой телек или нет. На Monster Boy and the Churset Kingdom. Я вчера посмотрел его видео, я подписан на его канал. Нет, конечно, не общался. Я в своем видео рассказал, откуда я узнал и кто меня надоумил купить этот телек. И это никак не связанные вещи. Тем более там очень много моделей, и я выбирал конкретную под свои задачи. Я хочу туда. Ладно. Чуваки защищены сверху. Это очень необычный платформер, он очень
необычно воспринимается после привычных игр, где надо прыгать головам на голову просто. За счет своих необычных механик. Так, я здесь. Я на небесах. Прекрасно. Да блин. За счет кручения в воздухе можно медленнее спускаться. Как он сердечно бьет вниз. Там жизнь. Но, видимо, действительно большой бонг должен быть, чтобы не проваливаться сквозь облака. Тихо, тихо, тихо. Первый уровень есть. Так, пещерка. Почему же ты не приземлился на нее? Тихо. Блин. Опасненько. Так, так, так. Паучок как в DuckTales. То есть паутина. Паутина жрет здоровье. Оу. А этот чувак как в Марио. Блин, очень мало здоровья осталось, получается. Так, конфетка маленького чувака. О, нет. И все, сюда я теперь не запрыгну, да? Мне бы здоровиться. О-о-о. Так, вот тут он становится бешеным. И малость злым. Но это не навсегда. Точнее, частично. Он все еще злой. Вот оно, вот оно. Так. Это. Но, наверное, уже не бессмертный. Это вы кладете себе в карман. Будь здоров, Колян. На Урале холодно. Тепло включат, когда 6 градусов 10 дней продержится. Так что киса у электрокамина. Я с Ромом в Кугуруми. Да я сам сижу, у меня ноги сейчас на табуретке, потому что мне холодно. Причем у меня дома отопление включили 2 дня назад, и там хорошо. А у меня на студии холодно. Я сижу в шерстяных носках и с ногами на табуретке. Кошмар. Спасибо большое за поддержку. Так, и вот он стал опять милым.
и второй уровень пройден. Возможно, это фазы первого уровня, я уже точно не помню. По-моему, все-таки уровень боссом заканчивается. А! Так, синяя конфета увеличивает, красная, по-моему, уменьшает. И любой удар, и ты возвращаешься к нормальному состоянию. И вот тут надо быть мелким. Так, рыбки безопасные, да еще и собирать их можно. Вот это... Это вы кладете себе в карман. Добрый вечер. Спасибо за трансляцию. На Shadow Run для Sega Mega Drive для разнообразия. Поскольку переводила его с группой Шедевр. Страшно подумать. 20 лет назад. Линк Евгениан Грин Бондаренко. Прикольно, я... Я помню, качал ромы Шедевра и патчи. Очень давно. Очень давно. Через Dialab. Shadowrun. Так, для какой? Для Mega Drive. Спасибо огромное. Закидываю реквест. Какого этот ребенок пола, когда ресницы не накрашены, выглядит как пацан, но в платье? Ну, я полагаю, что все-таки мужского. Так, маленькая конфета красная. А, это бонус. В бонусах не всегда можно разобраться, что делать сразу, потому что вот здесь на экране по-японски пишут, что делать. Если вы хотите спросить, почему я не запустил английскую версию игры, это хороший вопрос. Я не подумал. Тут просто идет таймер, и ты собираешь вкусняшки. Первый раз так хорошо было, а? Все. Так. Ну почему? Глупые рыбы. Я теперь не попаду в ту маленькую дверку. А-а-а! А, это враг? Воу. Печально. Я хотел в маленькую дверку. Может, я все-таки схожу в маленькую дверку? Она не уменьшает тебя до маленького, она... Черт возьми. Она просто уменьшает тебя. Еще один бонус. Сломал дом. Какая-то сумасшедшая игра. Но в том-то и смысл. Так, красная конфетка. Они респавнятся. Видимо, потому что тут все-таки обязательно... Нет. Обязательно попасть в эту маленькую дверку. Почему я дверкой называю? В проход.
Нет, нет, нет. Так. Так, теперь мы маленькая няшная девочка. О, жиза. Жизнь. Так. Таки попал. И вот эта штука отвозит к боссу. Ай-яй-яй-яй-яй. По кнопке бить надо тебя. Блин, чел. Ну все, я теперь еще и краб. Крабом ты в этой части становишься, когда тебя сплюскивают. Все, отпусти. Выпустите, пожалуйста. Так. Черт. Ага. Снизу тоже можно было его победить. Хорошо, кое-как. В третьей части я до сюда не доходил. Я в первую играл часа полтора, когда захватывал геймплей для выпуска. На вторую и третью уже гораздо меньше. Давайте выберем три. Я на приставку мобильную залил PC Engine ROM'ы и в поездке это меня крайне сильно развлекало. Лучше, чем NES или SNES. Так, вот какая, значит, у нас тут штука. Можно бабочек пособирать. Это ли несчастье? Возможно, это тоже был бонус между уровнями. Японский! А, можно тратить все эти штуки на бонусы, что ли? Предсмотришь свиндука. Да, смотрю. А если я вот 8 выберу, 8 потратится? Кажется, нет. Кажется, я выбрал выйти. Что ж, я сразу краб. Был. Так, подожди, огромная бабочка. Я, пожалуй, все-таки пойду туда, куда... Или нет? Да. Подождите, там что-то было. И это что-то я не возьму, потому что он... А, подождите, он может. Что у меня не получилось? А-а-а, безумие. Так, скорпион. Теперь надо найти выход из лабиринта, видимо. Нельзя. Какая твоя любимая игра? Моя любимая игра Tony Hawk's Pro Skater 2 для PlayStation 1. А как залезть? Не понимаю.
продолжаем, окей. Все, перестали давать очки. Подло. Это я уже делал, хорошо. Все, я понял, как заходить в трубы. Надо не выпендриваться, а просто идти по ней. Ничего не нажимать. Отлично, я попал в новое место. Большая губастая тварь. А, это сюжетная часть, если можно так сказать. Она съела меня, и я попал в нее. Ты будешь записывать видео по Сонику, например, баги или что-то другое? Нет, не планирую. Да, слышал, что Netflix камбэчит телепузиков. Мне, честно говоря, все равно. Ой, спасибо большое. Stage Production 2 евро на лонгплей Beyond Oasis Genesis. Слушай, у меня есть канал Pixel Devil Стримы, и я в прошлом году прошел полностью Beyond Oasis. Там можно посмотреть целиком прохождение на всех стримах. Спасибо за поддержку. Ой, да тут еще и бонусов насыпали, считай. По-моему, уж не знаю, в этой ли части, но где-то можно было добыть... И сразу потерял. Добыть больше сердечек, чтобы их было больше, чем три. Так. До кишечника дошли. Сзади вышли. Все красиво. Здоровье только что-то много потерял. Мне кажется, я выбрал не самый лучший контроллер. Я что-то... вставил контроллер, самый первый, который без турбокнопок, самый древний, 87-го года выпуска. У меня такое ощущение, что не каждое нажатие кнопки срабатывает. Хочу добить тебе много-много подписчиков. Добей, пожалуйста, мне много-много подписчиков. Часик. Так, а где же мой белый геймпад с турбо-кнопка? А сейчас большой подарок всем мальчишкам. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Идите. Это вы вот, Джон. Идите, гуляйте. Владыка, при еще немногих вселенных закидывает соточку на реплас, что в 2014 году смотрел тебя как обзорщика Лева, а потом втянулся в ретро-игровую тематику. Спасибо за все. И за детство, за музыкальные и игровые вкусы. Реквест закинул. Спасибо, Вася Пупкин, очень приятно слышать. Прям даже слишком приятно. И за детство, и за музыкальные, и за игровые вкусы. Это был хитрый план подсадить детей на Лего и потом обратить в свою веру. Спасибо тебе. Так. У кого сколько геймпадов? У меня для PC Engine сколько геймпадов? Обычный белый, турбо-белый, синий, оранжевый, фиолетовый, белый, трехкнопочный, шестикнопочный. 8 контроллеров у меня для PC Engine.
не надо злить цветы. Бананчик. Тихо. Я не говорил вам, что по воде можно карабкаться. А тут можно. Тихо. Там сердечко. Ты слишком большой, ты не пролезаешь. Подождите. Он не пролезает. Донат Коль. Stage Production. Тогда Adventure Island 4 похожий на Bonk Vibe. Я понял. Это реквест. Что у нас? Получается 4 евро. Давайте переведем евро в рубли через Google. Это будет 236. Округлим до 250, чтобы никому не было обидно. И напишем. Он же не Adventure Island. Он же не выходил на Западе. Он же Такахаши Мейджин. Такахаши Мейджин Нобокин Джима 4. Так, все, быстрая калькуляция произведена. Спасибо еще раз за поддержку. Знаешь, кто такой Шлепа? Большой русский кот? Ну, подождите. Ну, ты же допрыгивал. Или здесь расстояние чуть-чуть побольше? Все. Ну вот, теперь он... Большой, злой и застрял. Еее. Ладно, я иду обратно. Это будет тяжело. Твою мать. Ладно, я пойду по низу. Так, вот тут надо... Ага, тут ограничитель для высоких, я понял. Лезем дальше. Обалденная игра, шикарная. И серия вообще шикарная. И в нее игр полно. Как минимум 5 основных частей. Попался на удочку. Так. Какие-то тут черти. Москва. О, кстати, я тут вспомнил. Мне должны были снять ограничения. Да. Спасибо большое правообладателям музыки, исполнительницы Нарика Агава за то, что они целый месяц не отвечали на мою заявку о том, что ее песни в моем ролике — это не использование контента в коммерческих целях с авторским правом, а использование в качестве исторического... сопровождение, короче, исторического
освещение темы, и они ничего не отвечали. Если месяц не отвечать на заявку, то она пропадает, и монетизация на ролик возвращается. Значит, монетизация на первый выпуск истории PC Engine вернулась, и все деньги, которые за этот месяц были заработаны с просмотров из-за рубежа, потому что в России сейчас нет монетизации на YouTube. Ай, кактус! Жопа! Ну, я понял, ладно. Стрелочка намекает. Какие же из них можно бить ради бонусов? Сердечко же! Блин, а за трубу нельзя цепляться, да? Но от нее можно оттолкнуться. Тут много механик-то. Ну это... да. Ладно. Две жизни. Мне надо две жизни. Как туда попасть, совершенно непонятно. Так, в чашке бьют. Ой. Странный чел. Странный чел. Не знаю, сократил я путь или... Очень надо, спасибо. Птеродактиль. Правда, конечно, геймдизайн не всегда понятный. Например, вот эта стена или что. Вот тут ты идешь такой, я думал, стена. Но нет, здесь можно пройти. Это, конечно, ошибка. Так делать. Пол и стены одинаковые. При этом по полу ты можешь идти, по стене нет. Ты в курсе, что главный герой игры девочка? Да вроде не девочка. Рика на тебя обиделась и решила не отвечать. Я думаю, ей было бы приятно. Интересно, она вообще знает о том, что она первый голос на CD-ROM? Возможно, нет. Она, наверное, настолько была популярная в то время, что все эти проекты едва ли замечала. Да блин, шипы! Ну нет. Так, надо как-то с этим дерьмом справиться. Нет. Привет из Казахстана. Привет, привет. Это. Вот это. Да. Это вы кладете себе в карман. Ха, я тебя недавно начал смотреть.
И началось с ролика про историю Соника. Потом, как увидел твои старые ролики и понял, что это ты тот, который подарил мне маленькое но детство, и увидел твои видео в ВК, и то, как ты очень любил собирать Лего. Мне сейчас 17, спасибо, что у нас есть ты. Блин, какое приятное сообщение, спасибо тебе большое. Так, критически мало здоровья и непонятно, куда идти, честно говоря. Там такое сердце. А это не дополнительное? Должно было быть дополнительное. Ага. Хорошо. Не, ну в целом я усвоил то, что вы меня спускаете вниз, а потом надо идти обратно вверх, окей. Что сначала кажется нелогичным. Камни, блин, раздвигаются. Камни раздвигаются. Почему лифт уехал без меня? Что за происходит? Вот это... Лифт к боссу уехал без меня. Это вы кладете себе в карман. Видел, что малолетний дебил. Ничтожество и куколд командир слил Бусти и Стаса. Что думаешь? Как ты вообще к ним относишься? Не надо никого обижать. Это не прикольно. Нет, не видел. Да как, по-разному отношусь. Стас очень странный чел. Когда он снимал про технику миллион лет назад, я смотрел его канал и черпал оттуда интересные вещи. Сейчас это, ну не знаю, во что этот человек превратился. Какое-то безумие. Вот, а Командор мне в основном известен своим каналом. И мне нравится, что делает. Оу, Командор, и куда он направляется. Второй лифт уехал. Так задумано, я уверен. Периодически выходят очень неплохие видосы. Вот он, настоящий лифт к боссу. Ай-яй-яй. Так, а эти штуки не активные? А, активные. Ай-яй-яй-яй-яй. А, все. Это была последняя жизнь. А, можно же ожить прям так вот и продолжить. Это же не та игра, где тебя возвращают куда-то. Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. Забавно. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Капрал Капралович закидывает полтос. Сложно понять, когда его бить, когда не бить. Мне кажется, я неплохо справляюсь. Вон он плачет слезами периодически. Так, реквест 50, Sonic 3 and Knuckles. Я тебя догоню. Не догнал. Воу, спасибо. Спасибо еще раз большое. Stage Production. На серию обзоров игр по фильмам и фильмов по играм. К
Castlevania, Witcher, Pokemon, TMNT и так далее. Would be cool. Блин, ну у меня как бы свои желания по поводу создания контента и делать что-то против своей воли неприкольно. Честно говоря, это не совсем та работа, которую мне хотелось бы делать. Анализировать фильмы, какие-то там мультфильмы и прочее. Поэтому я предпочту все-таки всегда выбирать то, что я делаю сам. То есть у нас есть на Патреоне и Бусти голосование за тему следующего экстралайва, но тем не менее все темы выбираю я прежде всего из того, что я хотел бы сделать. А вот так, я думаю, чудо не случится и классного контента не произойдет, если делать что-то против своей воли. Спасибо тебе еще раз большое за поддержку. Так. А мне в этот раз не дали выбор бонуса. Странно, у меня есть ощущение, что я был уже в этом уровне. Может быть, здесь разветвленная система уровней, при этом с предыдущего босса я точно видел впервые в жизни. А, нет, это все-таки бонус, да. Поэтому я здесь был. Ух ты, нас 278. Круто, ребята, круто, рад, что вы все пришли. Водка плохо. Вау. Супер Нинтендо. Хорошо. Привет. Хорошего всем вечера. Коля, добавь на Кваку. На Квейк первый, с удовольствием пройду на стримах. Предыдущие игры и Software уже прошел как раз. Спасибо большое, Андрей, привет. Раньше ты так не делал. А как же мне тебя миновать? Кроме как вот так. Так. Вот тоже странно. Не за все типа стены можно хвататься зубами. Тут специально сделано, чтобы я лбом об них бился. Подождите. У этого цветочка такая смешная рожица. Так, что у нас тут? Тут способ не дать мне пройти, куда мне надо. Я понял. Так и не дойду никуда. Я так и не дошел никуда.
серию Commander Keen? Нет, не играл. Но, честно говоря, из того, что я видел, мне прям совсем не хочется в это играть. Выглядит очень посредственно. Вот как, в какой момент ты схватился зубами и почему? Долбанные трицератопсы. Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Ну я должен был ухватиться. Нет, я не хочу. Закидывает полтос на рандомный реквест. Я не хочу в губастую рыбу. Кто-то еще закидывает рандомный реквест. Это Warrior Land 4. Отличная игра, кстати. Привет, скажи, пожалуйста, какой фамик лучше, РФ или АВИ? Ну, из коробки, конечно, лучше АВИ, потому что его по АВИ можно подключать. Если вы собираетесь модифицировать консоль, то, в принципе, все равно, особенно если до RGB состояния. Чтобы RGB-картинку выдавать. Тем более, что... Да, блин... Неужели они каждую рыбу еще отдельно сделали? Внутри. А, тем более, ну, если собираетесь модифицировать, лучше, конечно, брать обычные, потому что их много, и их не жалко, их миллионы было продано. Так, еще сердечко. Скажи, Плс, у меня на Switch игра Pixel Devil, стоит ли ее пройти на моем стриме? Откуда ж я знаю, стоит или не стоит? Это ж твой стрим, ты решай. Ай-яй-яй-яй-яй. Подлая хрень. Ну и ладно. Какой-то странный парень. Странный парень. Я тебя смотрю с видео о Nintendo 64. О, это довольно давно. Это довольно давно, спасибо. Так, там ничего нет. Ой, солнышко. Такое же упоротое, как и все в этом мире. Тихо, тихо, кактус очень болезненный. Странный чел в пирамиде. Странный чел. Блин, он странный. Он двигается вместе с экраном, потом в какой-то момент нападает. Все, мне наваляли прям по самые... Помидоры. Очень наваляли, блин. Чё этот? Я понял. Я хочу сюда. Я очень хотел сюда. Надеюсь, тут есть восстанавливалки здоровья. Конфетки есть.
и есть два сердечка. Да блин. Все, я побежал отсюда. Какой же подлый чел. Зачем его вообще придумали? Где у Бонка помидоры? В теплице. Я довольно неплохо играю. Уже 20:00, а я все еще очень неплохо играю. Предлагаю пока продолжить. Потому что игра забавная, когда вы еще на такую посмотрите. Сколько лет ты занимаешься сбором консолей? Ай, нет, надо было на камень, видимо. А, ну, где-то с 2011 или с 2010 года. Ну, лет 12, короче говоря, где-то. Тихо. Мини-чел. Раздвигающиеся камни. Мне кажется, они специально хотели построить игру на нелогичностях, чтобы игрок такой: чё? Я и представить не мог, что камень раздвинется. Вот оно. Злое мясо. Очень маленький злой чел. Это что за блин? Так, может быть здесь залезть? Нет? Большое сердце, видимо, восстанавливает все, но новых сердец не дает. Может, я с другой частью путаю, а может быть и с другой игрой. Но вроде были здесь дополнительные сердца, помимо трех. А ведь я был хорош. Я был когда-то Обратите хорош. Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Иот 82 Черберс закидывает полтос на рандомный реквест. И в бонус. Так. Resident Evil 4 Ada Wong компания. И такой реквест у нас есть. Ой, я здесь был. Я хочу вперед пойти.
Ах вы твари. Оп. Нормально. Нормально сидим. Блин, тут прям надо конкретно идти куда-то. Надо много раз проходить этот бонус. И знать. Потому что многие пути тебя просто запутывают. И я пришел в начало. А, 3 секунды осталось. Не обижайте Зака, другого. Мало ли Заков может быть. Да блин, прыгай. Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Так, скоро Павел Миронов закидывает полтос на рандомный реквест. Вот он. Там жизни, вон, смотрите, сколько. Они издеваются. Фурфайтерс PS2. Закинуто. Я не понял, в чем прикол налить всем. Ну, в том, что на сайте появляется вот такая анимация. И это же круто, что зрители могут влиять на отображение стрима. Да почему ты дамажишься? Скажи, пожалуйста, 3D в Virtual Boy примерно такой же, как на 3DS. Ну да, стереокартинка, она примерно так везде выглядит. Можно сказать, что да. Каким-то бич-фейсом. А вот в таком виде он может ходить по лаве. По 3 мини-птеродактиля за раз. Ой. Эй! Вау, какая-то неожиданная. Как же так-то? Вы куда сердечки кидаете? Это опасно. Да блин, я все не допрыгиваю, все пройдено. Так. Это типа вообще финальный босс, я так понимаю. Ведь именно этот чел сидит во всех боссах. Так, если мы не победим этих птиц, они меня доконают. Ой, лед.
Так, тихо. Очень опасно стало. Очень. Он скользит, как мразь, очень долго. Блин, да как-то многовато врагов на экране. Ну. Еще этот псевдоцветок. Так, лед ты грызть не будешь, я понял. Снеговик оказался злым. Мини-мясо. Сколько еще будешь играть в PC Genjin? Да хотелось бы до конца контов. Точнее, нет, жизней. У меня одна. Тихо. Ну, хоть виноградинку. Блин, ну вот осталось совсем чуть-чуть сердечко. Ты знаешь о злой видеоигровой задрот, а? Знаю я о злой видеоигровой задрот. Снеговики, волочи, они неуязвимы. Все, ноль жизни. Ну, ёлки-палки. Хочу туда. Не могу туда. Фрукты разбегаются. Есть еще счастливый видеоигровой задрот. Уже давно нету, он уже давно переименовал канал. Все, я краб. Я краб, который улетел в бонус. А, ну это опять прыгалка. На 30 секунд. До конца контов можно игру пройти таким темпом. Да, если они здесь есть. Блин. Да, трындец тебе, динозавр, который превращается в кучу. И он бессмертный, походу. Так, это лабиринт. Или это повторяется ландшафт. Блин. Блинчик. Так, рыба. Позволь мне избежать попадания в тебя. Тварь.
Да, или я хожу по кругу. А это простой бонус. Надо просто лететь вниз. Так, надеюсь, мне сюда. Про клешни вообще вот тяжело их иногда замечать. Боже, уже час на стриме, я обычно столько на стримах не сижу. Надеюсь, тебе весело, как минимум, наблюдать эту игру. Тихо-тихо-тихо-тихо. Основная сложность босса, конечно же, в ледяном полу. Я сдохну сейчас на нем. Все. Что ж, это был PC Engine часть третья. Сори, что я так лежа сегодня на стриме, реально очень холодно. Тут, кажется, есть конты. Да, и можно начать с... с начала уровня. Уровень разделен, соответственно, на фазы. И с начала уровня. Начинаем с первой фазы. Так, сейчас будет второе голосование, а я отлучусь на пару минут. Давайте запустим рандомного бомбермена. Значит, бомбермена у нас тоже три основных. Это бомбермен первый 90-го года, бомбермен 93 и бомбермен 94. Вот. Пока меня не будет, вы как раз проголосуете. Я даже поставлю на голосование 5 минут. Значит, пока не пишем, но единичку надо написать, чтобы это был... Бомбермен просто 90-го года. Двоечку, чтобы это был Бомбермен 93 и Бомбермен 94. Еще были, кстати, ну, я рассказывал в ролике, бомбермены специальные, посвященные батлам, где только дополнительные уровни для совместной игры. А как ты тормозишь падение? Нажимаю удар головой много-много раз в прыжке, и он вот так крутится и тормозится. Так, 300 секунд, это 5 минут. Начинаем голосование, можете писать, а я отлучусь на 3-4 минуты и вернусь. Будем играть в Бомбермена. Еще у нас сегодня впереди Супер Графикс. Thank you.
Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Так, я вернулся. Закидывает полтос. Я не продумал, что у вас голосование не показано на том экране. Но осталось еще 40 секунд. Последний шанс проголосовать. Всего на данный момент проголосовало 36 человек. На стриме 228 в данный момент. Поэтому голосуйте. Единичка. Бомбермен, двойка Бомбермен 93, тройка Бомбермен 94. Есть шанс полностью изменить ситуацию. На данный момент 93-й Бомбермен лидирует. Так, два реквеста. Это той истории. И Том Райдер, третий. И все, таймер закончился. И выиграл Бомбермен 93. 16 всего голосов. Что это вы сегодня такие неактивные? 3-4 минуты пойти погулять. Идите. Реквест 500 на Зельду в честь Зельды. Я так понимаю, на Link's Awakening. Пусто я и закидывает 5 соточек на реквест. Которую мы собираемся проходить следующей Зельдой на стрим-канале. Кстати, если... Вы не знали, у меня есть стрим-канал, где каждую неделю стримы по 2-3 штуки. В описании все есть. И на телеграм-канал мой заодно подпишитесь. Буду рад. Так, выиграл Just 3 Бомбермен. Собственно, вот этот, который я и запустил. Пускай будет английская версия, американская для TurboGrafx. Normal Game. Мои реквесты можешь перебросить под себя. Не, мы так не делаем. Спасибо, но мы так не делаем. Так, нужно отключить голосование. Чтобы не мешалось. Так, планеты выбрать не дают пока. Выбираем Кувари. Летим на самолетике. Посмотрим, что там намутили к этой части. Вспомним. Я уже играл, но не помню. Пока все просто. Один экран. Не скроллящийся. Дальше будет сложнее. Не знаю, как здесь, но в первой части... Бомбермена блин вот сволота а. Для PC Engine на каждом уровне лежит один пауэрап и ну соответственно дверь. Один остался. Пауэрап бы найти еще. Потому что совсем без пауэрапов грустновато. Так, есть. Это дверь. Нет, это пауэрап. Подсвечивают здесь. Огонек стал побольше. Но надо найти дверь. И еще таймер идет. Тут как и в первом подсвечивают, как всех убьешь. Окей.
еще бы одну бомбу. Было бы приятненько. Но имеем, что имеем. Каких бомберменов ты играл? Какая часть у тебя любимая? Ну, я играл в первого, второго, третьего для NES Famicom. Я играл во все три основных для PC Engine. Я играл в Super Bomberman 5. Я играл в Bomberman Mega Drive, который, кстати, был портирован с PC Engine. Там еще на животных можно прыгать. Я играл на DS-ке в Bomberman, я играл на Wii в Bomberman, я играл в Bomberman, который на старте Switch'а вышел, или около старта Switch'а. Отвратительный, кстати, мне не понравился. На DS-ке я играл еще в RPG какую-то про Бомбермена. Что-то типа того. А любимый, наверное, самый первый NES-овский. Просто банально, потому что он в детстве был очень завораживающий. Дали бомбу. Какого-то мы Бомбермена очень много с друзьями играли. Наверное, на Wii. Мне тоже SBR не понравился. Очень средняя игра. Да, по-моему, Super Bomberman R или что-то такое. А, там перспектива вот эта с видом сверху сбоку. Она вообще все портит. Даже управление становится дебильным. Неприятно как-то играть. Канами умудрились даже Бомбермена просрать, короче говоря. Так, дверь, которую нельзя взрывать. Ах ты, тварина! Так, пауэрап есть. И бомбы есть. Вообще меня пауэрапов не лишили. Какая халява. Там какой-то ледяной. А, это чел. Чел, который делает вид, что он камень. Где? Угу. Немножко скорости выдали. Отлично. Несовском, помню, дверь до такой степени взрывал, что она белела, и враги уже не лезли. О, прикольно, я даже уже не помню такого. Сам себе все испортил. PC Engine — самая лучшая музыка той игровой эпохи. Ну, это как минимум самое первое появление игр на CD, что, конечно, развязывало в плане музыки разработчикам руки очень сильно. Ну все, трындец вам, чуваки, я взял возможность взрывать по нажатию кнопки бомбы.
все сюда. Теперь главное не почувствовать себя слишком развязно и все не запороть, как это бывает в Бомбермене обычно. Странно, что я уже столько уровней прошел, а все еще уровни одноэкранные. Даже в первой части к этому моменту уже начиналось разнообразие. Опять. В смысле, уровень опять. Нифига вас там. Прям дофига. Так, это что такое? А, это я прохожу сквозь бомбы. Отличненько. Еще бы взять штуку с возможностью проходить через камни. Тогда вообще будет по-царски. В общем, стрим на этом канале, а не на стрим-канале. Всегда после выхода нового экстралайва делаю стрим на этом канале для того, чтобы больше людей пришло, увидело, для того, чтобы напомнить людям, что у меня есть стрим-канал, обсудить последний выпуск, в том числе для того, чтобы бэкмены была возможность собрать на что-то полезное для канала. Чел ушел, но я его поймал. Так, этот, скорее всего, через эти ходит. Прекрасно, прекрасно. А вот и уровень, кстати, большего размера. Я даже не заметил, как это случилось. Настолько это привычно после NES-овской игры. Теперь мы будем долго и упорно искать проход. Я что, уже взял бонус? Я что, уже его взял? Вроде не брал еще на этом уровне. Да, бонус был до жизни, да? Что-то заболтался, видимо. Кстати, о детонаторе. Очень обидно, что Konami не стала добавлять его в SBR, что в будущем SBR 2. А, Коля, добрый вечер. Вопрос такой. До какого примерно возраста вы будете заниматься работой в YouTube? Ну, в целом, не планируется какого-то прекращения. Надеюсь, смогу заниматься так долго, как сможет позволить возраст, здоровье и прочее. Мне нравится на YouTube. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И хотелось бы продолжать и продолжать. Ай-яй-яй.
двоих. Стало довольно интенсивно. Опа, вот и оно. Ну это вообще имба. Очень больно после таких пауэрапов потом все потерять. Ну посмотрим, я после одной смерти почему-то ничего не потерял здесь. Забыл, какую кнопку нажимать, представляете? Я же уже открыл вход. Вот он. Чел-босс. Мне очень нравится, что со временем в Бомбермене появились боссы. Это прям... Ай-яй-яй. Очень правильно. Правильное было решение. Так, посмотрим, что у нас сейчас будет в качестве бонусов. Все, я понял. Ты теряешь, видимо, только определенные бонусы. Вот конкретно сейчас я потерял возможность взрывать... бомбы по таймеру, по нажатию. Давай, бей. Короче, перед его рожей ставить не стоит. Еще раздваивается. А, это место, где ты дамажишься, а не за ним проходишь. У тебя есть в коллекции с баунт? Если нет, то хотел бы иметь у себя. Нет, у меня нет. Да, хотел бы, конечно, хотел бы иметь. На самом деле, в целом, одна из самых желанных игр в коллекцию. Шел живым. Надо очень быстро соображать, когда он раздваивается. Прям вообще не укладывается мне этот босс в голове. Тихо, сам себя не надо. Не надо сам себя, пожалуйста. Каждый третий раз он, кажется, раздваивается. Ну как же ты в бок-то начал бить? Откуда такие возможности? Откуда такие способности? Кстати, Коля, как думаешь, существует ли русское сообщество по Бомбермену? Смотря что считать сообществом, я думаю, группы ВКонтакте есть по любой вообще фигне. Так, вот сейчас он будет раздваиваться, скажись. Нет. Может, после определенного количества ударов полученных он это делает. Тут
Ну, блин, я думал, успею убежать. Кажется, тут я и сдохну. Успел свалить в этот раз. Ну, я ждал, пока это синее пламя пропадет. Оно не пропадало и не пропадало. Помнишь, в сратые группы ВК, типа группа людей, которые, когда садятся в машину, говорят «опа», а когда вылезают, говорят «эти». Да, помню. Помню еще группу «Толстяки и ножи». Fuck you. Я победил тебя. Толстые собаки, цитаты о любви. Прекрасно. Прекрасно. Коля, на стриме почитаем журнал Дэнди с твоей статейкой. Нет. Странно читать журналы на стримах, наверное. А почему игра зависла? А, нет, надо старт нажать. Лисички Death Metal. Тоже хорошо. Blossom. Так, у нас время 20:43. На селект ничего не делают. Иногда бывает дают пинать бомбу без бонуса. Да ладно. Нет, ничего не делает. Привычные нам шарики из первого Бомбермена. Давай всех троих. А, там еще. Все, мне тренда. Тренда мне. Как не побеждаешься-то? Сам убился. И он взорвал выход. Все, я сохраняю. У меня закончились конты. Так, и что происходит? Вот я, например, у меня закончились конты. Я сохранился при этом. И я выбираю нормал. А, лот. И у меня все в полной жизни. Странный, конечно, обряд. Типа, могли бы кнопку continue добавить, хотя не знаю зачем, если она уже была. Ну да. Что ж, ладно. Теперь мы перейдем дальше, раз уж я сдох. Будет чуть-чуть побольше времени на игры для Super Graphics. Ох, я все скатываюсь вниз и скатываюсь. Значит, 5 игр вышло для Super Graphics. И еще 6-я игра, которая работает и на PC Engine, и на Super Graphics. В нее мы играть сегодня не будем.
Это Дариус Плюс. Ну, наверное, да, это сохраняет, ребят, только мир, в котором ты остановился. И если ты сдох и потерял все конты, то тебе надо мир пройти сначала и босса. Только потом можно будет... Ну, имеет смысл сохраниться, наверное. Хотя, с другой стороны, в сейве также есть и номер уровня. Возможно, когда у тебя не кончились все жизни, это сохраняет твой прогресс до определенного уровня, чтобы в следующий раз продолжить с тем же количеством жизни. Ну, не знаю. Короче, 5 игр для Super Graphics. Все мы их сегодня посмотрим. Наверное, пойдем от менее интересных к более интересным. Лично для меня менее интересными всегда являются практически всегда скролл-шутеры. Darius Plus я сюда тоже закинул. Но в него играть не будем, потому что это игра и для обычного PC Engine. Super Graphics — это американский CD-шный engine? Нет, это отдельная консоль, которая выходила только в Японии. Посмотри историю консоли PC Engine. Сейчас выходит на канале как раз цикл. Я, кстати, горжусь своей частью про Super Graphics. Я ей реально горжусь. Когда вы ищете информацию в интернете про Super Graphics, вы ни хрена не можете найти. Ни для чего порт спереди, ни для чего переключатель сзади. Ни какие преимущества эта консоль имеет перед PC Engine. Ни про игру Darius Plus, которая имеет различия. Да, где-то на закоулках интернета, может быть, на японском где-то в каких-то случаях вы что-то найдете. Существует какая-то суперфейковая статья про Power Console с розыгрышем, на которую можно повестись. Это кошмар. Я горжусь, на самом деле, тем, что я в подробностях все рассказал, что для чего нужно, что для чего используется. Нарыл картинки, как Power Console подключается к Super Graphics, то, что это сама консоль втыкается аж в этот контроллер. Блин, я очень рад, что разобрался во всем этом, рассказал про все это вам. Это кайфово. А, ты новый выпуск сделал, спасибо. Да, вы что, пропустили вторую часть? Кошмар. Я всю жизнь с компами, я только последние 10 лет узнаю, что были не только Dendy и Sega. Но я практически тоже. 10-15 лет. Короче, давайте поиграем сначала в скролл-шутеры. И в Battle Ace. Давайте сначала в Battle Ace. Самая дебильная игра из списка. Видел скандал вокруг трейлера нового фильма про русалочку? Видел, и видел еще скандал во время анонса этого фильма. Не разделяю абсолютно этот скандал. Чушь собачья. Люди сходят с ума. Опять пропустил сообщение. Все с тобой понятно. Я очень рад, что тебе все со мной понятно. Обзор у тебя просто бомба. Спасибо огромное. Эта игра у меня есть на физике, и она одна из самых неинтересных вообще для меня. К сожалению. Я не знаю, кто вообще любил такие игры в то время. Я не понимаю... Это даже не Sky Destroyer, в который можно играть. Вполне. От первого лица вот эти леталки, они кошмарные, на мой взгляд. Кстати, Super Graphics, как вы у меня, как вы помните, покупался в магазине как нормальный. Потом, когда я его подключил, вернувшись из Японии, оказалось, что у него проблема, у него отвалился чип. Я уже забыл, то ли памяти, то ли один из графических чипов. По-моему, один из графических чипов. Там была коррозия. Я его разбирал, при этом консоль дорогущая. Пришлось ремонтировать, припаивать чип обратно, отпаивать его целиком, чистить, припаивать обратно. Как же я рад, что удалось его починить.
Вообще, конечно, сама история создания выпусков про историю PC Engine — это целая, блин, целая история, продолжает автологию. Столько было туда самого разного труда вложено, это просто капец. Будет тут хоть какой-нибудь босс, я так далеко еще, наверное, ни разу не залетал живым. В какой-то момент он сам решает сделать бочку. Так, давайте босса. Что это? Ой, нет. Гроза началась. Надо было, наверное, в глаз ему садить. Ну, все, одно попадание и... Долгая анимация смерти. Ты же понял, что PC Engine LT расшифровывается как лаптоп? Да, у меня есть это в третьей части. Здрав будь, в твоих роликах есть глубина, я почерпнул много интересной информации. Благодарю тебя. Спасибо, большое спасибо, спасибо. Ты все еще живешь в своей квартире, где ты стебал кто кого, распаковка короче. Кто кого, распаковка и короче... Я снимал в двух квартирах. Разных. Черт. Смена дня и ночи, норм музыка, можно делать бочку. Отличная игра. Дорогущая, почем брал? Около 50 тысяч рублей. Супер графикс обошелся. Но... Не совсем мне. Но теперь он у меня. Я уже много раз рассказывал, что консоль бралась для выставки Авито на Игромире 2019, а потом осталась у меня, за что им огромное спасибо. Сейчас сек. А к тому же она была куплена в коробке. Соответственно, что сильно дороже голой консоли, как вы понимаете. Вот это. Короче, не судьба. Грозы меня победили. Это вы кладете. Спасибо большое, Алекс. Ничего не написал сопроводительного. Спасибо большое за поддержку. Все донатики пойдут на новую камеру. А точнее, на восстановление финансовой дыры после ее покупки. И картинка на канале, на каналах станет... Гораздо лучше. Спасибо большое. Давно хотел поснимать с оптикой. К тому же у меня теперь есть возможность снимать в 4К. Для чего, скорее всего, мне понадобится еще апгрейд компа и как минимум закупка объемных SSD, потому что снять видео в нормальных монтажных кодеках в 4К 60 FPS это где-то 1 час видео занимает терабайт. И здесь очень важны быстрые SSD, потому что скидывать терабайт на жесткий диск — это, я не знаю, сколько, 3 часа, 5 часов, может, больше. Это трындец. Так. Следующая игра, пускай будет 1941 «Контратак». Это знаменитая серия, которая начинается с... цифр 1900, как правило, 40 что-то, но есть и другие. Я впервые на твоем стриме я заметил, что здесь ты как минимум веселее. Хорошо. Будут ли новые выпуски, кто кого? Нет, не планируется. Вот здесь почему-то игра в таком
ужатом виде, ну, то есть по бокам черные полосы, это вот часть геймплея эти полосы. Возможно, потому что ее портировали с аркадников, и... Блин, я супер штуки заюзал. Буду... Оу-оу-оу-оу, играть в турборежиме. Теперь вас будет раздражать этот писк, потому что я задамажился. К сожалению. Мне кажется, это довольно смешно, что вот классические у тебя появляются помощники в шмапе. И здесь по бокам это маленькие самолетики. Один из них что-то... О, стало лучше. Покраснел зачем-то один из них. Дождь из ракет. Пробитие. Вот это... Спасибо большое. Это вы кладете себе в карман. На камеру. Ой, еще раз, Алекс. Это святое. Спасибо тебе огромное, благодарю. У тебя есть друзья среди коллекционеров старых видеоигр? Да, полно. Я же коллекционировать, в принципе, начал чуть раньше, чем делать ролики. На пару лет, наверное. И... Все началось со знакомства с такими людьми, с попаданием на форум GBX, с посещения GBX Summer Party, там я нашел друзей, там я познакомился с Юрой и Пашей, и с Кластером, и с многими другими ребятами, с кем мы что-либо делали впоследствии, которых вы знаете только по Ютубу, а на самом деле это мои друзья и хорошие знакомые с незапамятных времен. Да и, в принципе, занимаясь этим, невозможно не подружиться с кучей людей, которые этим занимаются до сих пор. С многими знакомимся. В русалочку лучше играть. Налит лемер мои для низ. Кто в основном... Ну, блоги заводит, конечно, сейчас уже. А на Little Mermaid для NES. Да, было бы, кстати, неплохо пройти эту игру как-нибудь. Я не проходил ее до конца, но в детстве далеко доходил. Мне нравилось. В детстве, когда я был маленькой девочкой, если вы понимаете, о чем я. Отсылочку. Ой, об эти стены можно задамажиться. Я уже ничего не вижу на экране. Конечно, вот этот звук противный, это ужасно. Я из этого звука, кстати, долго не мог выбрать геймплей, который покажу в ролике, потому что у меня реально очень долго этот писк стоял во время игры. У нас по времени. У нас по времени все прекрасно. Я давно проходил Русалочка, там была босс Урсула. Ну, неудивительно. Неудивительно. Да куда вы так летите? Я же не успеваю соображать. Я уже не молод. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Кусок скалы можно сбить. Спасибо большое, Тейпер. Спасибо, ребятки. Твой аркадный автомат где находится? В Казахстане. Я его подарил.
великому народу Казахстана. Нету супер штук. Они бы были очень кстати. Это типа босс. Жирно, конечно, ему еще и саппортят всякие обычные чуваки. А босс ли это? Да. Воу. Воу, блин. Забили. Затыркали. Казахам на потеху. Да. Меня недавно звали на фестиваль, гик-фестиваль в Нур-Султане. Но слишком поздно позвали, очень поздно. Буквально за несколько недель считанных до мероприятия. А у меня обычно все забито по таким штукам на месяц где-то вперед. Сейчас вообще, конечно, обострение какое-то, честно говоря, всяких фестивалей. И если с кем-то договоримся из них, то, может быть, в каком-то из ваших городов я побываю этой осенью. Например, в Москве. В том числе. И как мне взять этот power up? А чё она не едет? Чем так больно делаете? А компы вообще бесконечные? Как монеты? Не то чтобы я был против. Лазер. Лазер почти во всех играх сосут. Это прям контра... Хардкорп сапрайзин с поездами снизу и вертикальным скроллингом. Да блин, я никого не могу убить этим лазером. Никого. А как мне кого-то убить, если я никого не могу убить? Вот скажите мне. Я тупо пытаюсь не сдохнуть. И уже пищу. Кстати, довольно эффективно пытаюсь не сдохнуть. Надо отдать мне должное. А, все. Коля, раньше, когда спрашивали, кто такой Pixel Devil, многие говорили, ну, тот, кто игровой автомат собрал. Сейчас тебя как узнавать-то будут? А я уже не тот, кто его собрал. Я его разобрал, получается, когда подарил. Я его не разбирал. Не знаю. Честно говоря, меня это не сильно заботит. Придумают что-нибудь, если нужно будет. Если не забудут. Что ж,
Следующее. Давайте возьмем вот такой шутер, где я совсем недалеко прошел. Но хотелось бы увидеть ее дальше, этого босса. Я все время брал оружие неудачное. Вы видели это в ролике. Нет, меня не обзывали в школе по моей фамилии. А тебя по твоей обзывали? Николай, привет. Хотел спросить, те полки, на которых стоит твоя коллекция, там, где куча надписей, они расписаны маркером вручную, или это было по умолчанию, или это какие-то наклейки, наклейка, пленка? Почему-то я этот вопрос за последние годы, многие годы получал очень много раз. Нет, они не расписаны, они такие из магазина. Это была лимитированная версия шкафа Билли в Икеа. Есть щит, что ли? Получается так. Это я кнопки проверяю все подряд. Что-то жестко. Да блин. Жестковато. Я включу турбо. Может, меня это спасет. Я лишусь щита при зажатии кнопки. Лучше бы вот тут была сложность, как в предыдущей игре, потому что она выглядит поинтереснее, честно говоря. Блин, штука мне саппортил вроде. Спасибо за контент, порой весьма интересно. Спасибо. Надеюсь, будет не порой, а всегда. Да блин, чел, ну почему ты появляешься там, где я тебя достать не могу? Чел, который стреляет назад. Почему я его называю челом, не знаю. Потому что могу. Два чела. Да блин, ну почему? Так хорошо было. Я уже много контов взял, а меня все разрешают продолжить с какого-то места. Главное не взять бы то оружие, которое очень мешает босса бить. А босс красивый, но его вы видели.
моем ролике. Хорошего стрима, интересные ролики о PC Engine. В целом очень интересно посмотреть историю развития консоли. Благодарю, благодарю, я рад. Ну, это уже не очень. Дефолтное оружие мне бы лучше пригодилось. Какая кайфовая штука. Сейчас будет меня атаковать. Может быть, это очень удачное оружие для этого босса, между прочим. Наверное, очень удачное. Вот это. Потому что я не попадаю под его кругляшки. Это вы кладете себе в карман. Не серчай за игровой автомат. Я не в обиду сказал. Я вас смотрел с 2014 года. И думаю, многие так же, как и я, и без игрового автомата вас будут помнить. Да я же шутя, ну ты что, я же общаюсь со зрителями, как с друзьями в основном, если они не грубят. Я так подколол по-дружески, ничего такого, ты тоже не обижайся. Эй! Что там дальше? Планируется совместный стрим с киноманом и подвальчиком. Не называйте Витю подвальчиком, это странно. Очень странно, ребят. Нет. Обычно у нас что-то планируется, вот типа, а давай вот, ну давай, вот в эту пятницу или типа того. Не бывает такого, что вот запланировано там через месяц. Поэтому на такие вопросы всегда отвечаю нет. Я вообще редко стримлю с кем-то еще, потому что совместные стримы — это всегда тяжело читать чат, донаты тяжело читать. Из-за этого часто людям скучно, и по технической стороне стрима настраивать все это в разы сложнее. Каждый раз что-то идет не так. Водка плохо. Воу-воу-воу, спасибо большое. Жду тебя 19 ноября на НФР. Здорово, Антон, привет. Если это, конечно, ты. Вот наверное, да. Рад видеть и слышать. Это вы кладете себе в карман. Привет. Привет, спасибо большое, Динар, за поддержку. Антон, я вряд ли, честно скажу. Есть определенные обстоятельства, которые сейчас вынуждают меня сосредоточиться на работе очень сильно. Затяжные, долгие обстоятельства. Но они не навсегда, это 100%. А так мы, конечно, очень хотели бы. Ай! НФР, кстати, кто не знает. Независимая федерация рестлинга. Для всех любителей рестлинга. Мероприятия проходят периодически. Ищите там ВКонтакте где-нибудь. На сайте. Приходите, покупайте билеты, смотрите шоу. Кайфово, ребят, стараются.
делают интересно и клево. Я много раз был. И пойду еще, когда освобожусь. О, много пауэра накинули. Опять лазер какой-то. Хочу четвертый пауэр посмотреть. О! А можно из лазера сделать какую-нибудь другую штуку мне? Во, например, такую. Вот она, эта дрянь. Срань. Хотя ладно, на этом уровне, с учетом того, что она оказывается еще и рикошетит от стен, это может быть полезным. Давай, давай, уничтожай их. Вон они сидят. Попадай! Что-то у тебя прицел сбитый. Вот это! Это вы кладете. Твою мать! Николай, почему вы игнорируете мои сообщения? Ваша игра была великолепна, прошел взахлеб. Будет ли еще проект на PlayStation? Да я не игнорирую ничьи сообщения, просто я не успеваю читать все, что попадает в чат. Я же играю, я смотрю в телевизор в данный момент и вытаскиваю какие-то рандомные сообщения из чата. Чего вы обижаетесь? Ваша игра была великолепна, прошел захлеб. Будет ли еще проект на PlayStation? Нет! Мы не планируем больше делать игр и планировать не будем. Это было веселое приключение, но оно показало, что люди ожидают слишком многого, и дать им это на данном этапе просто невозможно. Я уже много раз даже объяснял всем желающим. Так. Кто же знал, что вот так надо полететь, да? Пока первый раз здесь не окажешься и не узнаешь... С другой стороны, у игры как будто бы бесконечные конты, и можно играть в нее вечно. Честно говоря, она мне уже надоела. Если не секрет, какая следующая консоль, которую ты купишь? Ну, это будет либо какая-нибудь новая консоль, если она вдруг выйдет, которую еще не анонсировали. Что наиболее вероятно. Ладно, мне надоело. Обратите внимание на графическое. Не люблю большинство шмапов, не то, мое. Что мы называем... 8 бит по самой. Либо власти. Это будет что-нибудь, чего Билл у меня Бейтс еще нет. Закидывает полтос на рандомный реквест. Гринч. Почему-то он не находится. Вот он. Вот. Что я хочу? Я хочу... Пионер Laser Active. Чего я еще хочу? Не знаю даже на данный момент. На данный момент это, наверное, топ-1 того, что я хочу. Давай Ghost and Goblins. Да, как раз-таки в Ghost and... Это не Ghost and Goblins, это вторая часть Дайма Кеймура. Ghosts and Ghosts, она была на консолях западных. Потому что последнюю игру я хочу, вот как раз следующую, единственную оставшуюся, хочу оставить напоследок. CDI у меня нет, я не прочь CDI получить в коллекцию, но он у меня не особо в приоритете. Я так понимаю, это по сути просто вот как это раньше, знаете, было. Не то, что мы делаем вторую часть... игры, а то, что мы делаем ту же игру для новых систем. И она, типа, примерно такая же, но прокачанная. Начинается даже так же. Потом идет какое-то развитие. Сюжет тот же. Все не менее упоротое. Мне тут, кстати, интересно, почему, если они...
Да, Pocket Station у меня есть. Я недавно купил Pocket Station новый, в коробочке счастья, полные штаны. Есть у тебя такая. У меня две, одна в коробочке, одна без, немного развалившаяся чуть-чуть. С крышечкой отваливающейся. Блин. Вот почему, если они в том же самом Darius Plus сделали, чтобы спрайты не мигали и все выглядело шикарно, почему вот в этой игре мигают спрайты? Я специально вставил этот кусок в Extra Life, чтобы люди поняли, что ну не, все равно не все так идеально. Вот тут будет место с кучей этих коршунов. И начнут мигать спрайты. Кажется, здесь. Ну, что-то не начали. А у меня было. На геймплее. Коли прямо оранжевый идет в этом кадре. Но это композиция света, тени и цветов. Потому что если ты делаешь холодный фон, тебе предпочтительнее всего сделать теплый я. Ну вот и зачем мне эта срань? Зачем мне эта срань? Да блин! Я просто хотел запрыгнуть на эту кучу черепов. Надеюсь, это чекпоинт. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Привет, Николай. Давненько не был и вот вновь в гостях. Кидаем на Adventure Flamax PS1. Закину на старый реквест. Как дело? Есть идеи на новые рубрики или что-то еще? И последний Юрин и яйсь. Привет, спасибо большое, закинул. Помню тебя по реквестам на Adventure of Lomax. Новые рубрики нет, хватит, все. Я очень доволен тем, что у меня сейчас есть. Все. Да блин, зачем вернулся? Все устаканилось, все классно. В текущих рубриках еще работать и работать. Куча идей для новых роликов в этих реалиях, которые сейчас есть. А рубрики не, хватит, достаточно. У меня еще некоторые старые рубрики на отдыхе, и надо их тоже как-то возвращать. Например, короче, на этом канале. Давно ничего не было про модификации на лайве. Всегда хочешь делать больше, чем успеваешь, к сожалению. Я один, а идей у меня много. Трындец, я теперь никогда не избавлюсь от этого оружия дебильного. Никакого брикворма. Добрый вечер, эту игру за первый стрим можно пройти. Какой еще первый стрим? Да, в графиксе добавили еще один слой фона. Там босса в Дариусе и нарисовали. Поэтому не мигает, это не спрайты. В любом случае, спрайтов консоль могла больше отображать. Вообще, честно говоря, я верю тебе, что такое могло быть, но не доверяю на 100%, потому что одно дело выпустить две разных версии на двух разных
карточек, а другое дело выпустить две, ну, игру на одной карточке, которая на разных консолях работает по-разному. Я не думаю, что когда ты запускаешь игру на Super Graphics, босс вдруг начинает отрисовываться на фоне, а не спрайтами. Да? Но допускаю такую возможность. Но, честно говоря, если это так, это прям очень удивительно. И интересно. Тут пипец как сложно. Тут и вверх-вниз можно. Что-то вверх и вниз метания ничем не отличаются. Он все равно вверх метает, когда вниз нажимаешь. Ну, вроде немножко по-другому. Ну, блин, уже голый. Очень много вариантов, куда пойти. Ни хрена себе, он блюет вниз. Большой подарок всем мальчишкам. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Идите. Чего вы сидите? Идите, гуляйте. Николай Шаповалов закидывает соточку на реквест. Кстати, трусы не красные, не канон. Так это же другая игра. Так, я куда-то там дошел. Но он красивый, этот чел. Подскажи хорошие игры на ГБА для начинающих. Недавно переиграл Monster House, игра детства, и хотел что-то новое. Ну, я не знаю, что такое для начинающих. Какая разница? Я советую Castlevania Aria of Sorrow. Я советую Wario Land 4. Я советую Zelda Minish Cap. Я советую Advance Wars. Я советую Черепах-ниндзя, не помню какую часть. Звездные войны, отличный битэмапчик. Это. Покемоны. Это вы даете себе в карман. Кидаем на Adventure of Lamax PS1. Илья вновь загорел желанием. Вас обратно стрим по Rock'n'Roll Racing. Как думаешь, сможешь ли ты выделить время до я этого? Ведь стрим с вами были легендарные, и хочется вновь, чтобы друзья вместе повеселились. А тебе нравится Raw Trash 3 на Sega? Я не буду, как бы, вас обманывать. У меня сейчас очень мало свободного времени, прям крайне мало. Еще начался сезон такой осенний, когда действительно и по рекламе много работы появляется частенько, и фестивали всякие проходят, на которые приглашают. И периодически я просто зашиваюсь. Я просто день и ночь работаю. Еще по выходным куда-то езжу и схожу с ума. Но иногда случаются какие-то перерывы. Может, не сейчас, может, позже. Ну, то есть, в ближайшие пару недель я не смогу выделить время. Что у меня будет дальше, мне сложно сказать. Но, например, уже и на октябрь, и на ноябрь есть планы по подобным активностям, которые я сейчас перечислял. Так-то я только за, это всегда весело, это кайфово. Илюха отличный чел, мы дружим, и вопрос только во времени свободном, больше ни в чем абсолютно. Чего дает этот костюм мужика? В смысле, доспехи, я хотел сказать.
Ведь доспехи — это и есть костюм мужика. Все, я на самом деле все себе запорол тем, что у меня этот огонек. Можно заново на самом деле начать. Какой-то глич на фоне странный был. Я хочу начать заново с пикой точеной. Дрилдозер стоит поиграть. Ой, насколько я помню, Дрилдозер — это игра, использующая какие-то особенности картриджа. Возможно, вибрацию. Кайфово было бы в нее поиграть, конечно, с оригинальным картриджем, но я в нее не играл. Карабан, да, карабан. Это мем на все времена. Такая подстава, что в этой игре самое нормальное оружие — это первое оружие. И все, что ты можешь взять, тебе портит жизнь. Ну, я же делал красиво. Я вообще не хотел запрыгивать наверх, игра. Версии доспех дает чардж, но его прям собрать надо несколько штук. Безумие какое-то. Так, вот видите, как я быстро сюда дошел. Николай, тебе интересная Famicom? Famicom — это моя любимая консоль. На мой взгляд, самая интересная в игровой истории. Так будет. Я дед. Теперь не только в жизни, но и в игре. Это было забавно. На какой платформе Ghosts and Goblins самый сложный? Это без привлечения экспертов и длительной экспертизы не определить. Есть такой сумасшедший, который захочет проходить эту игру на всех платформах? Кстати, турбоконтроллер. Зачем же на лестницу блевать, сударь? Я хочу убить босса этого. Привет, Николай, удачи тебе, больше свободного времени. Спасибо большое. Раздам долги. К весне. Надеюсь. Или весной. И буду работать в этом направлении.
Мне пока хочется сделать по максимуму для того, чтобы их раздать, потому что, ну, это длится какое-то уже ненормальное количество времени и очень давит психологически. Вообще вся эта ситуация, случившаяся с ремонтом и с сами знаете с чем. Тем, что запретили называть. Ну давай, чел. О! Класс, я хорош. Как ты относишься к Metal Slug Advance? Лично мне нравится больше CT Special Force 3. На самом деле, я только что осознал, что раньше у тебя была хорошая коллекция игр на GBA. У меня была хорошая игр. Коллекция игр на GBA в детстве. Я даже пытался. Что ты пытался? А играть в Rebel Star Tactical Command. Ага. Я не играл Metal Slug для GBA. Тогда на Famicom нужно поиграть в симулятор свиданий. Когда Великий играл, там такой веселый трэш. Особенно предсказание у Коли выпало, как два мужика любят друг друга. Вау. Вот это да. Да какие-то черепахи. Друг на друге ходят. Не, классная игра. Честно говоря, классная. Она вот на аркадках такая выходила, и они хотели показать, что вот для PC Engine, для Super Graphics можно прям аркадное качество мутить. Это, у этой игры, конечно, совершенно своя определенная философия. Промучить игрока просто до предела. Себе в карман. Привет. Давно не было у тебя на стриме. Рад, что сейчас такая возможность выпала. Спасибо большое, спасибо за поддержку. Разве это честная сложность? Но тут суть в том, что ты проходишь кусочек за кусочком, и у тебя бесконечные континью. Тебе просто надо превозмочь. Каждый раз превозмочь по половинке уровня, по сути. По сути, игра делится на половинки уровня, после которых тебя всегда сохраняют. Потом ты проходишь игру и понимаешь, что тебе надо ее пройти второй раз. Еще и с определенными условиями. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Ну зачем мне такое счастье? Коль, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты записываешь геймплей с пятисоньки? Монтируешь в премьере? Какие настройки вывода файла? Как сохранить, ну, ладно, максимальное качество и не испоганить его на выходе? Какие галочки нужно ставить? Как ты записываешь геймплей с пятой Соньки? У меня в компьютере есть плата захвата Avermedia Duo. Я втыкаю в нее HDMI кабель. На выход ставлю другой HDMI кабель из платы захвата и втыкаю его в монитор. Таким образом захватываю и играю без задержки. Монтируешь в премьере? Нет, в DaVinci Resolve. Какие настройки вывода файла? Файл move 60 тысяч килобит в секунду, качество, 4К видео, звук стал сейчас без сжатия делать, то есть, ну, считай, как WAV. 4К, 60 FPS,
Как сохранить максимальное качество и не испоганить его на выходе? Поставить побольше битрейт, если у тебя 1080p, ну это как минимум 40 тысяч килобайт в секунду. Я не помню, килобайт или килобит в секунду. Я советую ставить. Ну, в общем, 40 тысяч, разберешься. Если там M стоит, то есть мегабайт или мегабит, то это 40. Если это 4К, то минимум 60 тысяч. Пускай у тебя файл на компе весит очень много, но ты его сможешь залить на YouTube, там будет хорошее качество, а потом у себя для архива, например, можно пожать, и все. Какие галочки нужно ставить? Ну, монтирую в DaVinci Resolve, а не в Premiere. Так, ну и последнее. Это Madou Granzord. Игра довольно специфическая, но прикольная, но странная. Ой, тут даже вдвоем можно. Шикарно. Это единственная игра на... Да, это, наверное, единственная игра на суперграфиксе. Для двоих. Ты вот такой вот чел. Все очень специфически. И по-японски. Но в какой-то момент ты нажимаешь кнопку Run, и ты вот такой вот чел. Это практически как Капитан Америка и Хокай. А потом ты чел с пикой. А потом ты обратно вот этот чел. И ты такой идешь. Думаешь, зачем мне разные челы? Совершенно непонятно, ведь чувак с мечом довольно хорош. Но в какой-то момент поменяется, и ты понимаешь, что, например, чел со стрелами гораздо более выгодный. Но вот здесь вначале красный рулит. А что случилось? Ну, кстати, вот уже на этом слоне я бы использовал лучше стрелы, чтобы в упор к нему не подходить. Хотелось бы дойти до босса, как минимум. Но я что-то резво подыхать начал. Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Павел Миронов закидывает полтос на рандомный реквест. Да блин. Wario Land для Wonder Boy. Ой, что я сказал? Для Virtual Boy. Чем отличаются уроном? Ну, как минимум, типом атаки. Сказать сложно за урон. Слон, вали, вали, слон, нахрен, вали. Во. А я хорош. И тут хоба. И такой вот босс. А я, оказывается,
и летать теперь могу. Может и не теперь, а вообще. Ну, в целом игра неплохая, но очень японская. Да, я мог всегда летать, я об этом не знал, черт возьми. Или забыл, одно из двух. Ну, вот такая игра, я все. Да. Вот такая вот забавная консоль Super Graphics. Очень жаль, что так мало игр для нее выпустили. Может, оно и хорошо, что она загнулась и начали дальше продвигать PC Engine. Благодаря этому мы получили кучу всего другого интересного. Чтобы получилось с ремонтом. И ты мог дальше радовать нас интересными видео. Спасибо большое. Ремонт уже позади. Остались долги. Остались долги, которые пришлось срочно влезать, чтобы не было еще хуже. Поэтому спасибо огромное. Спасибо, Леон Кинг. Пожалуй, это все на сегодня. Давайте проведем классический для моих стримов розыгрыш кредитов. Можно задать последние вопросы. Любой комментарий можно написать, и вы поучаствуете в розыгрыше 300 кредитов. Это просто такой прикол. У меня на канале «Что такое кредиты?» написано в описании. Я думаю, в течение стрима вы, наверное, уже поняли. А кто не первый раз на стримах, тот и так знает. В Дариусе и правда рисуется спрайтами. Игрок на первом чипе, босс на втором. Вот. Вот. В Каймуре тоже разделили игрока, врагов, но там, видимо, сложнее, чтобы не мигало. Может быть, да, и одного слоя не хватило. Тем более, вот сейчас играл, у меня не мигало. Она в ролике у меня, вы можете заметить, вот там дети, грифоны, стервятники. Там мигает. В пятницу стрим чего будет? Ну, по плану у нас начало прохождения новой игры Tony Hawk's Underground. Блин, не заболеть бы. Холодно. Холодно, черт возьми. Надо чаще пить чай, греться. Топ-игра на PS2, твое мнение, Николай? Да я не мыслю такими категориями, чтобы выделить лучшую игру на PS2. Это для меня неинтересно, в принципе, такой концепт, такой подход. Лучше назвать 20 игр, определивших платформу, чем пытаться выискать одну, которая будет топовой. Включи побольше консолей, тебе будет тепло. Какой-нибудь Xbox 360 или PlayStation 4, не прошку, нагрузить какой-нибудь мощной игрой. А что посоветуешь почитать про игровую индустрию? Как же эта книжка называется? Вот, на мой взгляд, лучшая книга об истории видеоигр. Это History of Video Games. Точнее, The Ultimate History of Video Games. За авторством Стивена Кента. Огромная. Крутая. А вот все, что вы пишете
«Кровь, пот и пиксели», «Властелины дум» — это не столько про историю, сколько развлекательная литература небольшим количеством истории компаний. Но это тоже классные книги, тоже советую их почитать. Вот, ладно. Гляжу, вопросов не слишком... Не слишком вы желаете задавать вопросов, поэтому... Чпоньк. Номер 70, юбилей! Номер 70. Стоп-игра! Стоп-игра! Вот победитель! У нас победитель. Поздравляем, Андроид Один. На этом у меня на сегодня все. Спасибо большое, что пришли. Отдельное спасибо всем, кто поддерживал. Подписывайтесь. Где не подписаны, у меня есть второй канал, он называется Pixel Devil Life. Там выходят обзоры консолей, выходят обзоры игр, выходят всякие штуки про ретро-гейминг. Более простые ролики, менее замороченные, каждый месяц. По 2-3, иногда 4 даже. Леон Кингу, спасибо за топ-донат вечера. Это... Ждите третью часть истории PC Engine. Это вы кладете. Всем добра, не болейте. Почему-то не прочитала. И Динару, спасибо за донат последний, который успел прийти. Когда обзоры на Лего? Никогда. Всем спасибо, всем пока. Увидимся.